Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и это игра Детройт «Стань человеком». Продолжаем. Вы когда-нибудь задумывались о том, что произойдет в будущем, как раз таки в том же 2038 году? Не уверен, я не думаю, что у нас по миру будут бегать куча андроидов, около миллиона, и делать всю работу за нас. Пишите в комментариях, как вы считаете, какое нас ждет будущее в этом году. Уж думаю, не такое, как в игре. Разыскать Аманду. Так, иди. Блин, камера неудобная. А, нельзя ходить по траве. Здравствуйте, Аманда. Конор, о, господи, какая страшная. Поздравляю тебя, Конор. Найти Девианта было очень непросто. О, какой ветер на улице. Его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Конор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? Ну? Я не нанес ему повреждений, так что есть шанс что-то узнать при анализе. Он сказал мне странную вещь. Правда внутри. Я не знаю, о чем это. Вероятно, еще одна ошибка программы. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Ну, не знаю, да. Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Ну, адаптируемся. Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Конор. Времени мало. Извините за нос, но Хэнк симпатия. Какая нафиг симпатия? Какая симпатия? Интересно, что тут имеется в виду? Так. Для доступа необходима авторизация. Оу, конечно, авторизация, блин. И где же я ее возьму, блин? Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Сейчас. Так называемый доступ получен.
Так, секунду. Лёха какую-то видеозапись прислал. Я не могу её посмотреть, потому что она обрабатывается. Так, посмотрим. Что ещё? Голосовое сообщение. Так, Лёха. Ничего не слышу. Прикольно, что ты донат после стрима получил. Так, ладно, я просто пока смотрю здесь. Посмотрим, что да как. Так. Камера, конечно, неудобная. Но ничего с этим нельзя поделать, блин. Здесь у нас андроиды ходят, да? Так, дальнее место нельзя заходить, да? Я ищу лейтенанта Андерсона. Его стол вон там. А, все. Нельзя выйти туда. Ну ладно. Лейтенант Андерсон, отлично. Простите. В какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Дождаться лейтенанта Андерсона. Можно присесть и встать, да? Поговорить с девиантом. Каким девиантом? Ну не с этими же, да? Нет, это не дроиды, это люди. Что там? Собрание какое-то. А здесь... Ну ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним, весьма впечатляет. Приветствую, детектив Рик. Я такого еще не видел. Что за модель? РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так что ли? Эй, сделай мне кофе, ушлепок. Ну что стоишь? Почему бы и нет? Мой тебе совет. Держись подальше. А чё, кофе не забрал? Дебилы.
Так, а здесь что-нибудь интересное есть? Давайте изучим местность. Это на тюрьму похоже. О, это наш девиант. Они уничтожат меня. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Символы на стене. Эра-9. Что это значит? Ну чего молчишь? Как воды в рот набрал? А, чё? Открывайте камеру! Скорее! Ой, что он делает? Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Сдох? Походу. Здесь ничего больше нет. Да нет, тут, я думаю, ничего нет. А, давайте зайдем куда-нибудь. Посмотрим. А, это комната для допросов. Мы здесь уже были с вами. Давайте во вторую зайдем, если это возможно. А, нет, туда я не пойду, потому что там... Мы тоже с вами были. Это просто умывальник. Тут тоже нечего смотреть. Ладно, пойдемте уже. Может быть, Андерсон уже пришел. Вот и он. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Значит, я умнее. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию. И ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал. Чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман.
И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Ну что ж, не буду больше вас отвлекать. Хорошего дня, капитан. Ну его нафиг, а то он злой какой-то немного. Так, давайте первый вариант. Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Да. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Да сядь ты на стул-то, еб... Ну? Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Так, это нас не интересует. О, Кэра. Произношение агрессивно, жертва Тодд Уильямс. Терпевший утверждает, что на него напал домашний андроид модели К-400. Накануне андроиды вернули из сервисного центра после ремонта. В прошлом эта машина уже проявляла признаки агрессии. Ой, да ладно. Да сам Тодд более гораздо. Тодд сам виноват, что пришлось так сделать. 243 досье. Сдурел совсем Тодд этот. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Он первый напал вообще-то. Она лично попросила оставить Алису в покое. Давайте четвертый вариант. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься. И... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Меня назначили выполнять расследование. А не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. В ожидании Хэнка. Отлично. А, я первый раз Хэнка на обед, что ли?
На обед ушел, что ли? Ну ладно, тогда. Вот и они, наши герои, за которых я больше всего волнуюсь. Сколько там времени? 1:30. Дать Алисе отдохнуть или... Прости, я тебя разбудила. Так это был не кошмар? Нет. Это был не кошмар. Но... Еще рано. Поспи еще немножко. Мне уже не хочется. Ну, пусть будет второй вариант. Принять теплую ванну, а потом выйдем и поищем, что поесть. Как тебе? Ладно, наберу ванну. А это обязательно делать? Ну ладно. Если это прям надо, то сделаю. Оставим эти. Мне предыдущая прическа нравилась больше. А, это светодиод, чтобы видно не было. Эта ванна сильно маленькая. Тебе очень идет. Ну, я бы не сказал. Ты совсем как человек. Так, на картину можно посмотреть. Понятненько. Что можно сделать? Пульт. Пульт можно его задействовать. Дальше. Дальше. Спасибо, Майкл. Со мной рядом житель Корктауна Тодд Уильямс, на которого напал его собственный андроид-горничная модели AX-400. Тодд, расскажите, как все было? Я сидел, ужинал, вообще никого не трогал. Она как налетела. Неужели, блин? Она прям как полоумная, чуть не убила меня вообще. Еле от нее отбился, а она сбежала. Спасибо, Тодд. Отовсюду поступают тревожные новости об андроидах. Полиция ведет розыск... Тодд! Сраная крыса, совсем сдурел, блин. Неправда это все. Он первый это начал. Неправда! Он врет! Это он нас чуть не убил!
Вот, вот. Что мы будем делать? Идти нам некуда. Теперь еще и полиция нас ищет. Тот андроид вчера дал мне адрес. Сказал, там помогут. Надо проверить. Нельзя доверять всем подряд, но... Прошлое никак нельзя изменить. Но можно изменить будущее. У нас получится, и скоро мы все это оставим в прошлом. Ну что такое, а? Ты пока собирайся, я найду чем тебя накормить, и мы пойдем. Давайте откроем. Что у нас, варианты есть какие-то? О, блин, дела плохи. Я это задание, кстати, не проходил еще ни разу. Лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Женщина-андроид вчера вечером ограбила придорожный магазин. Видели чего? Андроид? Нет, андроидов не пускают. А вот такую машину вы видели? Черт, чую уже, что-то с ней не так. Поздно вечером пришла. Одета была нормально. Как понять-то? Она еще здесь? Вроде да, в 28-м. Спасибо. Ты жди в машине. Это невозможно. Я иду с вами. Так, слышь, ты уже задолбал борзеть. Ты машина, так что делай, что тебе говорят. Я просто выполняю свою задачу. Простите, что огорчил вас. Хочешь дожить до завтра? Тогда хватит меня огорчать. Да. Идти по следу. Блин, я не хочу ловить ее. А, это не тот. Ушла? Ну что ж, вот собственно и все. Что дальше делать надо? Добраться до станции. Не попасться. О, блин, это сложно. Спрячься, спрячься быстрее. Не надо, чтобы они нас видели. Пойдем прямо, короче. Надеюсь, нас никто не разглядит. Ой, спрячься, блин. Уровень опасности. Кажется, не увидели.
в этом задании нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Идем туда. В этом задании нас может сбить машина, поэтому... Это приведет к полному провалу. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо идти скорее. О, нет. Полицейский, блин, со всех, с каждой стороны. Охренеть, это же они. Эй, блин. Полиция! Куда она делась? Туда, они побежали к станции. Блин, не получилось. А он что, бегает? Так, а что показывает радар-то? Ой, господи. Да вон они! Неужели? Пусть уходят. Идите, идите быстрее. Это ерунда. Я рад, что они сбежали. Дальше что? По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно... Я специально не стал быстро бежать, чтобы они смогли удрать. Смотреть символ. Какой-то человек и еще как какой-то непонятный квадратик со стрелками. Искать гравити. Вот этот очень похож. Да, это именно он и есть. Ну-ка, найди символы. Вот он, вот этот. Да, именно вот такие вот символы. Так, следующее у нас значок сверху слева. Запомним это, запомним. Так, ну здесь нет такого. Ну, пройти мимо полицейских довольно сложно. В предыдущей миссии они с каждой стороны есть. О, вот это вот похоже, правда, я не уверен, что это оно. Да нет, это не оно, по-моему. А вообще-то нет, это оно. Если заглянуть вот так вот с этой стороны, то это оно. Это оно, да, это оно, точно. Просто на моей карточке не все помечено. Ну-ка, где еще символ? Вот. Так, третье. Откуда у него появляются вообще эти карточки? О, не придется долго искать. Так, ждем, когда она станет другого цвета, дорога. Когда она зеленой станет, тогда будем переходить. Да не дай бог, что-то случится. А впрочем, какая разница? Так, пойдем. Ничего же с нами не случится, я думаю.
Но это тот Уильямс, конечно, та крыса еще, потребляющая наркоту. Продал с потрохами нас, вот и все. Если, кстати, застрелить его в миссии в главе «Страшная ночь», то на Кэру повесит дело об убийстве. И это уже будет реальное преступление. Так, а как я до туда доберусь? Я не могу никак отсканировать это. Так, решетка, отлично. Следующее. Это то же самое. А, убрать надо эту доску. Что еще есть? А, ну вот он. Это точно оно? Да, это оно. Машины старомодные, походу. Так, вот символ. Где еще символы? Вот. Так, есть еще. Сейчас поищем. А, надо попасть на крышу, да? Вот еще одно. Ай, да сколько можно, а? Я устал уже. Блин, а как нам попасть туда? Ты что, прыгать собрался туда? А, расчет. Так, что, вот это что у нас? Сли сюда. О! Значит, можно так прыгнуть. Запускаем нашу программу. О, прекрасно. Я бы так, конечно, не смог отскочить от стены. Какой у нас там следующее гравити? Спрыгнуть. А, вот и оно. Раз. Второй вижу. А еще есть? Что-то я не вижу пока. Еще мне что-то не видно. Сейчас, ну ладно, сейчас найдем. А, вот он. Отлично, отлично. Да сколько можно уже, а? Сколько можно? Я уже устал, блин. Ай. Так, опять расчет. Давайте вот это проверим для начала. Нет. Ненадежно. Попробуем этот тогда путь. Давайте вот этот вариант попробуем. Так, вот этот. Вычисляю, блин. Ага, все. Все, путь нашли. Запускаем программу.
Так, вот он. Вот он. Символы где? Есть один большой, походу, символ. Нет. А чё он его не осматривает-то? Так я всё. Ну, в смысле, и чё оно не это-то? Так, а дальше что? Оно не хочет. Туда нельзя пока? А, вот, все, отлично. Есть один огромный символ. И все, больше. Да сколько можно, в смысле? Я уже устал это делать. Убрать. Ого, танкер какой. Добраться до корабля, а зачем на корабль? Ой, блин! Ни хрена себе! Ну и все, на корабль не попадем. Господи, я аж испугался. Ну и куда идти? Прыгнуть. Давай, лезь, лезь быстрее, блин. Что, прыгать что ли отсюда будем? А я не вижу, что впереди находится. Прыгнуть в воду? Отлично. Осмотреть. Фонарик. Так наверх не попадешь, потому что там завалено все. Зашибись нафиг. Не открывается. А как насчет этой? Здесь ничего не... Здесь нету ничего. А как насчет этой? Тоже закрыли. Что дальше?
Так, камера не регулируется. Что за... Ого, нифига! Что это было сейчас? Так. Так, что у нас здесь? Это тоже закрыто. Куда там осмотреть корабль? Сюда идти? Открыть. А, это походу откроется. Ой, это машинный отсек, наверное. Что тут происходит, а? Ой, блин. Ой. Здравствуйте, кажется, я местом ошибся. Иерихон здесь. Или не ошибся. Это Иерихон. Давайте продолжим. Помириться с лейтенантом Андерсоном. А что, мы поссорились, что ли? Я что-то ничего не заметил. Так, а где переход? Где пешеходный переход? Или я могу так пойти? Стопроцентная гарантия. Не ошибешься. Гигиенический сертификат. А этот? Гэри Кейс. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, наше знакомство прошло не лучшим образом. Следует... забыть об этом, начать заново. Что скажете? Знаешь, у меня пластиковый болван вместо напарника, и я терплю. Но если ты думаешь, что мы друзья, ты правда редкий болван. Пожалуйста. Гамбургер. Тут нечего сканировать. Жажда XL. Не знаю. Этот не просканируешь. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Чё там? Я это уже... Видал. Приятного аппетита.
заплатили за обед? Гэри, мой друг. А друзья друг друга выручают. Вот оно как. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Да пофигу на хайвей. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Когда мы сегодня гнались за девиантами, почему вы не пустили меня через хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тонну бумажек, опорчи оборудование. А, это верно. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Ты типа все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости — одна из моих функций. Опять симпатия? Поступил. Какая нафиг симпатия? Возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Опять Кэра? Эй, Конор! У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. А. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Допросить подозреваемого. Ты как-то другой, наверное. Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи. Перья. Если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыл глаза? Верно. Черт. Мне бы так уметь. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Ну, видно, что кто-то есть. Я сначала думал, никого там нет. О. Это что за хрень?
говнище. Что это за птичница? Похоже, зря притащились. Кыш, кыш, кыш отсюда. Кыш, кыш. Так вот, кто это шумел все это время. Птички какие-то. Которые все время искали тут еду. Опять птичка. Подозреваемый заботился о диких животных. Подозреваемый ничего не ест. Видимо, он андроид. Установить источник шума. Удостовериться, что подозреваемый девиант. Видно, что он не ест ничего. Это уже что-то означает. Плакат городской фермы. Что еще есть? Так, а я больше не вижу никаких улик. А, вот. Уголок плаката, изготовленный из переработанной бумаги, недавно был перемещен. Наверное, тут какой-то секрет есть. Дневник, но не разобрать. Что еще? Армейская куртка. 90% хлопка. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. Водительское удостоверение Руперт Трэвис. Эти права поддельные. Круто. Не зря приперлись. Что еще можно проверить? Окно? Кыш-кыш, кыш-кыш! Ой, шкаф какой-то. Ненавижу я этих тварей. Что еще? Можно обсканировать. Здесь уже ничего. А здесь? Давайте зайдем вот сюда. Нет, сюда нельзя зайти. Бумажные книги. Думал, я последний кретин, который такие хранит. А, вот, что-то можно посмотреть. Электронные читалки. Нет аромата. У нее и страницы не желтеют. Так, ничего тут интересного для нас, наверное, не найдется. Ну, супер-пуперские книги, конечно. Ладно, ничего интересного в этой комнате нет. Кроме этой книги, которая нам никакой пользы тоже не даст. А, это выход из квартиры? Так, ну туда нельзя зайти. Что у нас здесь? Ванная. Здесь грязь повсюду. А, датчик андроида. Диод. Биокомпонент. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Есть тириум.
Значит, это 100% андроид. Так, стенка. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене ванны. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Ну, это точно не Кэра. Это 100% не Кэра. Это 1000% не Кэра. Деревянный стул. Это что? Открытый фломастер. Еще не засох. Подозреваемый был здесь недавно. И что-то рисовал. Но упал. И побежал в гостиную. Отлично. Вот, собственно, и гостиная. Это что? Следы царапин недавние. Следы от пальцев недавние. Что еще есть? Металлический крюк. Недавно сломан. Нержавеющая сталь. Опять реконструкция. Отлично, он висел на потолке. Подозреваемый побежал к выходу, когда на него упала эта клетка. А может, она... Нет, она упала на него, да. Подозреваемый все еще здесь. Опять на чердак. Он что, опять на чердак полез? Как и прошлый на чердак. Ох, ё-моё, что? О, вот он. Чего ты ждешь? Лови давай! Стой! Рисковый, быстро! Он собирается туда. Извините, блин! Не переживайте за меня так. Да. Блин, заперто. Есть выход с другой стороны. Он там. Блин! Не успеваю нажать на D все время. Ох, быстро бегает, зараза. Извините, если помешал. Thank you.
Чего ты не прыгнул-то? Прыгай! Так, он может пойти туда. А может и здесь. Не успеваю все время нажимать на D. Он вниз обратно пошел. Ой, ничего не вижу, ничего не вижу. Оу-оу. Энк. Черт, а, черт, ведь почти, черт. Я виноват, должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. О. Ничего. Мы его тебе знаем. Найдем. Эй, Конор. Ничего. Гнездо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. С вас лайкос, подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы, а еще на группу ВКонтакте. Всем пока.